Сейчас о спорте. Тамбов приехал в Тверь побеждать. Это единственное условие, которое было необходимо гостям для продолжения борьбы за выход в плей-офф. Впрочем, стартового натиска тамбовчане динамовцам не предложили. Как Тверь оставила Тамбов без плей-офф, увидите из репортажа в спорткомплексе «Юбилейный». Игра развивалась в спокойном русле, даже с некоторым преимуществом бело-голубых. Соперники взорвались в середине первого периода, предложив трибунам «Юбилейного» быструю перестрелку. Счет открыл Георгий Бусаров, который заставил ошибиться защитника Тамбова и выскочил 1-0. Центрофорвард «Динамо» отправил шайбу между щитками вратаря гостей. Тамбов ответил через пару минут. Прошло не больше минуты, и защитник «Динамо» принимал поздравления от партнеров 2-1. Добавим, что первый гол Сухова в ВХЛ получился очень красивым. Защитник подхватил шайбу у борта, продавил оппонента и элегантно переиграл вратаря в ближнем бою. Настрой на игру всегда один, только побеждать, а то, что не попали в плей-офф, да, это очень обидно. Но все равно мы старались, как видите, ну, немножко не хватило, но будем, вот три игры осталось, надо выигрывать и все для болельщиков. Во втором игровом отрезке голкиперы команд были лучше полевых игроков. Голевая засуха перешла на третий период. Гости в три раза перебросали хозяев. За две минуты до сирены тренерский штаб Тамбова оставил свои ворота пустыми. И это сработало. Шестеро гостей забили столь нужный команде гол – 2-2. За минуту до окончания основного времени Иван Иванов отправился на скамейку штрафников. И «Динамо» начало овертайм в меньшинстве. Хозяева выстояли эту сложнейшую минуту. И затем Илья Шипов, не сближаясь с вратарем, точно выстрелил по воротам Тамбова и принес динамовцам победу. После питерских двух игр тяжеловато, может, перегорели где-то, да. Поражение тамбовчан в Твери определило восьмерку сильнейших команд конференции 1 ВХЛ по итогам регулярного чемпионата. Последним участником плей-офф стал пензенский «Дизель».